Дмитрий Константинович, ваш комментарий по игре. Как вам этот триллер? Игра, наверное, для зрителей хорошая, для тренеров не очень. Много ошибок, много потерь. Незабитые мячи, нереализованные моменты у вас и у нас, поэтому вернулась в конце к вам. А второй тайм сильно отличался от первого для вас? Ошибок чуть поменьше сделали, но по большому счету не особо. Так что два примерно равных тайма. Все, спасибо большое. Данил, твой комментарий по игре, как тебе этот триллер? Ну, матч получился хорошим. Практически весь матч вели, играли уверенно, потом в конце опять какие-то глупые потери, ошибки. Начали немного, сумбур начался, все начали кричать. Ну, вроде успокоились, и в конце такой гол, который прям решил этот исход матча. Очень рада этой победе. Поквитались за поражение в чемпионате трехдневный. Три дня назад играли, и вот сейчас очень рады этой победе. Данила, по 7-метровому ты попал, забил, а потом уступил место Трушину. Почему? Ну, потому что до этого я забил, а сейчас сам заработал, а в гандболе принято, да везде, наверное, принято, в футболе тоже, что если сам зарабатываешь, лучше уступить партнеру, поэтому так и сделал, и Жень не подвел, забил. Хороший гол. Все, спасибо, с победой, Данил. Дмитрий, твой комментарий по игре, что получилось, что не получилось у команды? Хотелось бы поздравить команду «Акбузат» с победой. По поводу игры, если честно, кажется, что мы не помогли с Никитой. Никита во втором тайме, в принципе, включился, в первом тоже поотбивал. То, что отрезок, который вышел я, чтобы Никите дать отдохнуть, я очень плохо сыграл. А так, невынужденные потери, броски тоже невынужденные были у нас. И в защите, в принципе, хорошо сыграли в этой игре, а вот в нападении не реализовали свои моменты, которые должны были реализовывать, и были потери невынужденные. Все, спасибо. Александр Валерьевич, вас с победой, такая зубодробительная игра, столько нервов, наверное, оставили. Ваш комментарий по этой встрече? Ну, могу сказать, что настрой был хороший на игру всей команды, потому что готовились, хотели закрыть это поражение, которое было неделю назад в Волгограде в чемпионате России. В первом тайме много получалось, отбивали вратари, в защите хорошо играли. Ушли с преимуществом 3 мяча на перерыв. Второй тайм вроде тоже начали хорошо, вели 3, потом опять скатывались до 1. И вот эта валидольная концовка, которая преследует нас уже не первую игру. Мы вроде и уверенно ведем, а потом в конце опять эти нервы, это давление, которое висит, да, до последних секунд оно висело. Кто победит, слава богу, что Господь Бог был на нашей стороне, и последний гол, который Валера Василенко забил, он был победным, и мы идем дальше. Я поздравляю болельщиков уфимской команды, что мы в 1/4 Кубка России, где будем идти дальше. Да, участвуем в 2 турнирах. В чемпионате России не столь успешно, скажем так, пока, да, на данный момент. Но в ближайшее время к нас усилит пару игроков, которым, я думаю, что дадут новый импульс нашей игре, и мы наберем те очки, которые упустили в начале чемпионата. Все, спасибо большое. Спасибо. Еще раз победы вас. Спасибо большое.